Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. И начинаем мы с вами его с того, что будем тестировать очень интересную тонировочку для волос. По совету Катюши. Катюша, если смотришь, тебе огромный привет. Итак, поехали. Я вам сразу при естественном освещении покажу волосы, цвет волос, да? То есть кое-где желтизна, она все равно есть. Она все равно есть, хочется оттеночек, холодный оттеночек. Сейчас постараюсь вам получше показать. Сказала на Wildberries, это концепт. Они в трех оттенках есть, эти бальзамы и шампуни в том числе. Я пока решила начать с бальзама. Артикул, кому интересно, да? Вот как называется. Я взяла именно пепельный блонд. Здесь 300 мл, он не совсем бюджетный, но мне Катюша его прям рекомендовала. Да? Сейчас откроем. Он сиреневый, по-моему, не синий, а сиреневый, да? Видите, такой интересный оттенок. Так, ну все, я погнала мыть волосы. Буду держать минут 15 на волосах. Точно бальзамчик. Так, кому интересна информация. Вот как, девчонки, выглядит на волосах. Такой темный и сиреневый, да? Уже 15 минут держу, пойду смывать. Прикольно. Пробую снимать не на фронтальную камеру, а на такую, потому что фронтальная не передает цвет волос. Поэтому смотрите. Он очень крутой. Я сделала еще фоточки до-после. Все вам обязательно покажу. Он действительно классный. И действительно крутая тонировочка. Мне прям очень понравилось. У меня опять как мелирование получилось. Где-то пряди такие желтенькие. Ну, потому что цвет неровный, база неровная, да? Где-то прям холодные, пепельные. Особенно где седые волосы. Прям круто. Так что я, мои хорошие, очень рада. Это фронтальная камера, да? Разница какая в цвете. Вот. Классно. Я буду брать такой же шампунь обязательно. И еще знаете, что в плане уходовых качеств этого средства. Я не наносила никакие не смывашки, больше ничего. То есть волосики хорошо разглаживает. Ну, заботится о волосах. Это видно, это чувствуется, даже когда нанес. Вот. Фронтально. В общем, классно. Мне понравилось. Молодцы концепт. Катюш, тебе еще раз спасибо. Буду пользоваться этим бальзамчиком. Мне очень понравилось. Может быть, даже другой оттеночек, который вот с розовинкой попробую, не знаю. Мои хорошие, едем с вами сегодня на маникюр. Сейчас покажу до и после. Это до. Вот так уже отросли, никак не получалось выбраться. И после. Красота. При искусственном освещении показываю, потому что уже света нет. Вообще, я довольна на все 100. Мне очень хотелось такую форму длинную поносить. И очень хотелось такой вот красивый нюд. Рубрика «Что на ужин?». Будем делать сегодня очень вкусную картошку в духовке. Для этого нам нужно выбрать клубни покрупнее. Отварить их в мундире, так как варим в мундире, я щеткой предварительно картошку помыла, почистила. Необходимое количество клубней на вашу семью, да? Отвариваем до полуготовности, немножко присолили. Именем подготавливаем нарезанное сало, тоненько, относительно, и сыр. Сало, грудинка, бекон, все, что душе угодно. У меня сало собственного посола в паприке. У нас готовится ужин, Ксюшка занимается английским. Да, и ты будешь скоро заниматься, конечно. У вас как, напишите, девчонки, с английским в школе у детей? Вот у меня было хорошо, но я все равно знаю английский на уровне разговорного, перевести могу, а вот грамматика и все остальное не очень. Поэтому мы решили позаниматься усиленно, чтобы подтянуть английский в школе, потому что этот предмет будет сопровождать каждый год ребенка. Хочется, чтобы ребенок именно знал английский, да, умел на нем разговаривать, понимал, о чем он говорит, а не просто. Не просто в игровой форме, скажем так, и не просто какие-то очень трудные, тяжелые правила, которые дают в школе. Она вообще приходит, ничего не понимает. Конечно, класс 30 человек, как донести до каждого ребенка эту информацию. Нереально. Выбрали, девчонки, школу by English. Именно чтобы подтянуть грамматику. Именно чтобы подтянуть произношение. Хотя произношение, как бы, я с ней тоже могу подработать. Лексика, очень хорошие, интересные уроки. Ну, как бы мне понравилось что? Что расписание подбирается под вас, то есть когда хотите, тогда занимаетесь. Расписание уроков, расписание занятий, все очень удобно. Есть видеоуроки с учителем тоже в удобное время, еще один плюс. В самом начале определили наш уровень знаний, мы прошли небольшой тест, да, и теперь мы занимаемся по определенной программе. Сейчас, кстати, очень крутая акция. Первое пробное занятие можно приобрести всего за 99 рублей. Переходите по ссылке под видео и регистрируйтесь на первое пробное занятие. А если вы решите продолжить свое обучение, то обязательно скажите, что вы от меня, и вас будет ждать очень приятный бонус. Кстати, перелопатила много отзывов, и нужно было именно вот качественное занятие и индивидуальное с ребенком, да? У школы by English хорошие отзывы, поэтому
Поэтому малыш сидит и трудится, да? Это, кстати, очень удобно. То есть ребенку очень просто ориентироваться. Можно в планшете, можно в телефоне. Даже вот, допустим, куда-то мы поехали, ребенок сидит в машине, раз такой английским позанимался. На самом деле мне очень понравилось. Занятия не только для детей, но и для взрослых вообще, для любой возрастной категории. Занятия подбираются индивидуально именно под вас. Очень круто, что там есть языковой чат. То есть вы можете полученные знания практиковать прямо там же, не отходя от кассы, а общаться друг с другом как в написании, да, так и в общении. Так что ссылочка, девчонки, под видео. Кому интересна эта тема, переходите. Пока такая акция. Следующий этап. Картофель отварился. Мы в каждой картофелине вырезали вот такую вот луночку, да, треугольничком как бы. Вот такую луночку, в которую мы будем класть начинку. Поливаем немножечко маслицем растительным, какое вы любите. Потом берем кисточку и аккуратно смазываем каждую картофелину снаружи и внутри, чтобы он у нас с вами сухой не получился. Теперь можно немножко присолить, если вы не солили его в процессе варки, да? Кладем кусочек бекон, сал, сало или что у вас есть, кусочек сыра. Вот так прям в эту ложбиночку. Кусочек сала. Кусочек сыра. Два у нас почему-то захватилось. Вот таким образом. Вкладываем форму в поддон, а на противень, как вам удобно. Я выложила форму еще и в фольгу, чтобы потом форму не мыть. Да? Только с этой целью. А накрывать мы его не будем, потому что он у нас с вами полуготов. Буквально на 15-20 минут его в духовку 180-200 градусов. Все зависит от возможности вашей плиты. Каждую картофелинку мы начинили. Можно сверху еще посыпать зеленью, но я не хочу, потому что не все у меня любят разную зелень. Да? У нас будет салат весенней зеленью. Вот все. Вот такая вот красота, ставим печься. Можно еще любимыми специями посыпать. У меня такая смесь перцев. Я прям немножечко добавляю. Слегка для аромата. И сушеный чеснок. Тоже слегка. Тоже для аромата. Картошечка готова. Сочная, вкусная, аппетитная. Можно подавать с овощным салатиком, как мы и будем сегодня вечером делать. Всем приятного аппетита и пока-пока!